Привет, геймеры, с вами Гринут, и сегодня мы играем рубрику «Один на один», мою любимую рубрику на канале, и сражаться мы будем с каменными солдатами. Вот тут вы видите героев, которые отправляются на следующее голосование, потому что выиграла у нас команда «Три Шредера» и «Крэнк» в прошлом голосовании, поэтому Эйприл и Кейси команда отправляются в следующее голосование, там будет два Кейси, Кейси этот, которого вы видите, Никовский, и Кейси из фильма, и две Эйприл, Эйприл Кунаичи и Эйприл обычная. Если голосуете за эту команду, пишите Кейси Эйприл. А вторая команда против них выходят девчонки. Это Алапекс, Карай, Шинигами и еще будет Карай Змея. В этой команде у нас по 4 персонажа, напомню вам, в этой рубрике принимают участие. И сейчас в комментариях у вас есть две задачи. Первая задача – выбрать команду на следующее видео. Вы пишете либо Кейси Эйприл, либо Карай Шинигами. Дальше, вторая задача у нас, друзья. По голосованию вы поняли. Вторая задача у вас сделать прогноз, потому что сегодня у нас в бой отправляются Супер Шредер, Супер Крэнк, Шредер Никовский и Шредер Классический. Вот эти парни, очень сильные парни, скажу я вам. И они отправятся в бой один на один против каменных солдат. Там будет по-настоящему 1-2, плюс еще две первых волны. Получается 1-12, если так по-честному разобраться. Но рубрика называется 1-1, поэтому 1-1. В комментариях второе задание ваше. Написать свой прогноз. Как вы считаете, кто из этих персонажей выиграет? А кто проиграет? Я, конечно, дам свой прогноз, но напомню вам, что мои прогнозы крайне редко сбываются. Я очень фиговый прогнозист. Так, я говорю, что все наши сегодняшние персонажи побьют каменных солдат. Вот такой я сегодня мега-оптимистичный. Гринвуд мега-оптимист. И давайте будем уже проверять наконец-то. Кроме того, в комментариях вы будете писать и другие разные штуки. И, пожалуйста, пишите разную фигню в комментариях. И чем больше комментариев, лайков, репостов и просмотров, тем популярнее будет видео и будет больше желания у меня делать новые видео быстро-быстро. Первые две волны мы проходим, напомню вам, на скорости повышенной, на второй скорости. Нужно было нам тут не обычную атаку, а массовой вальнуть их, наверное, этих ребят. Сейчас мы разберемся. С Супер Шредером-то мы должны победить все и вся. Он очень-очень-очень крутой. И эту же массовую нам желательно оставить на наших Трага и Гранитора, наших дорогих каменных солдат. Тут мы что сделаем? Пока у нас прицел сбит, мы сердечко-то потукаем, чтобы у нас пассивное лечение пробивалось. Сейчас быстренько кренги сходят. Давайте, два жопострела. Напомню, этих горилл, стреляющих из задницы, называю жопострелы. Возможно, это не очень корректно по отношению к этим парням, но это, как по мне, отображает всю правду их существования. Они стреляют с задницы, поэтому они жопострелы. Ну, задница стрела не звучит. Так, давайте первого из них будем бить. Бить, колотить, молотить. Шредер, что-то у Шредера не прокачалась, ребят, способность к пассивному лечению. Что-то я не понял. Сердечко мы тукали, а пассивное лечение не прокачалось. И это мне совсем не нравится, потому что я бы хотел, чтобы Шредер подлечился к сражению с каменными солдатами. Зато периодически у нас выскакивает броня, которую нам кренги успешно сбивают. Сейчас наш запострельщик возьмет удар на себя. Он так, конечно же, своей задницей огромной пострелял. И опа, и сразу получил по заднице. Отлично. Здорово. По-настоящему они назывались биотроиды. Сказал я или не сказал? Биотроид. Биотроид в мультике они называются. Но мы-то знаем, кто они в реальности. Так, вот, сдачу мы еще получаем. И у нас уже Шредер очень подуставший. Я хочу подлечиться. Где пассивное лечение? Вот оно прокачалось. Теперь стреляют нас. У нас броня и пассивка. Пассивка, срабатывай, пожалуйста. Вот, сработала пассивка. Очень это меня радует. Еще одного крэнг-дроидика мы уничтожаем. И пассивочка сейчас опять должна сработать. Броня сработала, это здорово. Щит работает. Все, ребятушки, мы на коне. Супер Шредер просто цел-целеханик. И с одного удара выносит своего соперника. Блокирует нам способность этот гадкий крэнг. Надеюсь, блокировка... вот она уже и прошла. И, конечно, было бы здорово с активным сердечком прийти к Трагу и Гранитору. Ну, а мы придем к Трагу и Гранитору. С чем? С броней, с армором дополнительным. Ох-хо-хо-хо-хо, не завидую я этим парням. Сейчас Супер Шредер просто глаз им натянет на то, чем стреляют биотроиды.
Так, вот они вышли. Мы тут, пожалуй, скорость сбавим. Так, бах, ха, промахнулся. Лузер, лузер. Давай, давай, гранитор. Пук в броню попал. А теперь наблюдайте движение. Наблюдайте движение. На, бабах. Бабах. Вот так, смертельный удар для тражика. И граниторчик еще поборется, но недолго, недолго. Бумц. А теперь шипами. Атаку, которую мы не использовали, даже со сбитым прицелом, мы его уничтожаем, разносим его в щепки. Бах. Все, ребят, это супер шредер. Супер шредер тут, если не самый мощный, то один из самых мощных персонажей. А мне кажется, и самый мощный. Я им даже Химеру все 5 волн проходил. Есть видео, можете поискать. Здорово получилось. Ну что, первый блин совсем не комом. Первый блин супер шредером и первый блин из Трага и Гранитора получился. Ну что же, мистер Крэнк. Мистер Крэнк, он тоже супер персонаж, и он тоже, я думаю, завалит, завалит. Они ему поленились сделать, прорисовать, как он бежит, поэтому он просто плывет, черное пятно. Вот, бабах, ракетка. Ой-ой-ой, не всех убил, да ладно, да ладно. Ничего, то технодромы мы подправим эту ситуацию. Или не будем, потому что нам заблокировали все суператаки, но уже разблокировали. У меня вопрос просто такой. Оставить массовые на каменных солдат все-таки, наверное, стоило бы. Потому что одна массовая сейчас перезагрузится у нас. Мы этой массовой и долбанем, скорее всего, наших соперников. Давайте-ка так. Давайте-ка сделаем прокачку для начала. Что у нас там? Критическая атака, да? Повышает нам Кренжик, вылазящий из своего тела андроида. Здорово. И с этой критической атакой мы долбанем просто всех вместе наших соперников ракетами. А технодром оставим на наших каменных истуканов. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бэ! Рыганули ракетами, извините за мой французский, и, конечно же, пришли в логово Трага и Гранитора, которые не умеют открывать двери, а просто выламывают части какого-то строения, похожие на соты эти стены, и сейчас мы их приготовим под соусом. Это я вам гарантирую. Мазила! Ой-ой-ой, мощная атака. Очень сильно, друзья. Очень сильно он атакует. Очень сильно, но посмотрим, что будет после того, как мы атакуем вас технодромом. Чего я боюсь, так это атаки гранитора. Атаки гранитора лавой. Он ее не использует, наше счастье. Гранитора, трага, извините. Трага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, опасная ситуация, еще будет у Трага один ход, гранитор-то умер, но Траг... Вот, ребятушки, и все. Вот, ребятушки, и все. Вот я и договорился. Получил я нормальных таких драндюлей от каменно-солдатского отребья. Ну что ж, Крэнк, ты подвел меня? Или я подвел тебя? Знаете почему? Знаете, что надо было делать? Надо было две массовых оставлять на каменных солдат. Мы бы тогда победили 100%. Так, Шредер, первую волну выноси сразу же фуд-кланом. Шредер Никовский у нас отправляется. Он не такой сильный, но он умеет подлечиться. Это его преимущество, но у него всего одна массовая атака. Это его минус. И подлечиться ему уже придется, потому что у него отожрали кусок жизни, понизили ему скорость и отравили его. Вообще, как могут Кренги, так нам противостоят. Но то, что Кренга классического уничтожат, я вообще на это не надеялся, ребят. Это мой просчет, это мой прогон. Первым уже по стрелу давайте подрежем немножко жопку. Бабам. Так, и теперь что, ждем? Ждем их атак. Убьем еще одного, и тогда полечимся, потому что полечиться все равно придется. И массовую мы будем, конечно же, сохранять на... наших истуканов. Так, что же. Жаль, что Шредер не дает сдачи. Давайте добьем сейчас все-таки обезьянку нашу, стреляющую задом. Так, и тогда они нам еще 3 атаки. Блин, не очень так получается. Очень много жизни отожрали у нас.
Так, лечимся, лечимся, лечимся. Есть. Ой, придется еще раз подлечиться. Дотянем ли мы к лечению еще одному? Должны. Давайте по чуть-чуть будем их выносить. Вот сначала вот этого. Крайнего слева. А так, он с одного раза вынесся. Да, надо до лечения дотянуть. И почему-то сразу же мы ходим. И дотянем ли мы до лечения? Два хода еще. Раз. Да, итого мы сниз одного вырубим и дотянем. И мы полеченные придем к нашим врагам. Вот, здорово. Стреляй. Мы лечимся. Лечимся. Есть. Супер. Полное здоровье. И 4 хода до лечения. Это тоже тут такой вариант. Ну, с ранением точно не стоило к ним идти. У них, если они в принципе вдвоем атакуют по очереди лавой и льдом, они выносят практически всех врагов. Поэтому разве что промахнуться. Поэтому у них тактика странная у компьютерных наших злодеев. Так, вот он промахнулся. А этот не использует свою атаку. Здорово. Что, массовой, друзья? Массовой лупнем их сначала. Все-таки массовой. Потом одного из них суперударом шредерским с воздуха заберем гранитора, потому что у него слабость к атакам шредера. Сейчас льдом будет атаковать. 100% льдом. Держись, шредер, держись. Сильно, мощно, мощно рубанул. Мощно рубанул. Ну что, кого? Кого? Давайте все-таки трага, потому что суператака трага снимет полностью. А гранитор, он, учитывая, что он к шредеру слаб, то он его не убьет. Вот, а теперь шредер дает сдачу. Ой-ой-ой-ой. Какой ты нечестный гад. Два раза сходил. На тебе, добивай, шредер. Добивай, должны побеждать. Шредеры сегодня не подводят. Крэнк подвел, скорее даже я подвел Крэнка. Ну и ладно, 2 победы из 3 сыгранных, пока 2-1 мы ведем. И последний классический шредер. У него хорошие шансы, у него мощные атаки. Но он не лечится. Что, музыку нам отключили за неуплату, что ли? Так, музыку включайте, дорогие, алло, разрабы. Так, давайте, классический, классический, классический. Идем мстить за классического Крэнга. Лечится он или не лечится? Когда он свой смех вот этот прокачивает, у него пассивка включается или нет? Не помню. Атакуем массовой первую волну. Даже не будем с ними шутить. Они там травят газом, вся фигня. Давай, бах, все. Биопирог, кстати, своими огромными попами. Получается, все видео про попы. Эти стреляют у нас попами. Мы атакуем их попами. Есть у него пассивка прокачивается. Здорово. Игра такая, ребят. Не я такой попа-центрист. Так, вот он, смотрите, вот он доказывает, пожалуйста, стреляет задницей в нас. Так, очередной раз. А те падают своими задами, носорожьями и кабаниями. Так, бамц. Ай-яй-яй, было бы удобно его. А вот еще скорость повысилась. И вторая атака, очень удобно, мы его выносим. Тут у нас пассивка, все прокачано. Вот с такой бы... А, еще и иммунитет был. Быстро закончилось как-то все. Так красиво все начиналось и быстро закончилось. Раз его. Так, отравили. Хорошо. Осталось 3 крэнга. И нам обязательно надо будет эту пассивочку включить перед нашими врагами, вражинами, вражищами. Так. Есть. Помер. Пассивочка. Еще один ход до пассивочки. Мы ее прибережем. Куда мы ее прибережем? Надо этого добить, тогда пассивку включить, тогда того добить 2 раз, чтобы успеть подлечиться. Пассивка. Буду озвучивать его. Так, учитывая, что мы на второй скорости. Так, ну с первого удара его раз. Нет, хорошо. Сейчас должен подлечиться. Шредер подлечился, но мало. Мало, Шред, мало. Ты идешь на 2 каменных истуканов. Смотри, а то повторишь судьбу Крэнга, а нам бы этого очень не хотелось. Мы хотим разорвать их сегодня 3-1. Когда еще будет такой шанс? Дальше там Эйприл Кейси или Карай Шинигами. Не знаю, как девчонки справятся с ними, но шредеры-то должны. Крэнг уже подвел нас. Достаточно этого. Так, массовая сразу. Смотрите, они не атакуют первыми, мы атакуем первыми. Ох, биопирог, кстати, не подведет нас. Ничего себе, вы видели, сколько они жизни забрали. Ой-ой-ой, промазал! Хо-хо-хо-хо. Победа, победа! У нас в карма. Ой-ой-ой-ой, спокойно, спокойно.
Так, спокойно. Давайте его выносим двумя мячами. Трага и Гранитор. Опять же, он слаб к классу Каннинг, к классу хитрые. Ой-ой-ой, Шредер, с одного удара вынесешь его? Нет, черт, ребят. Ух, отрава прошла. Здорово, повезло. Он будет бить второй раз. Нет, держись. Есть, есть, есть. На, получай. Это победа. Ха-ха-ха-ха, да. Да, друзья, это победа, это здорово. 3-1 мы размазали этих каменных солдат. Я уверен, что Крэнк может их победить. Может, но не сегодня, не победил он их сегодня. К моему величайшему сожалению, хотел 4-0, но 3-1. И, друзья, у нас дальше нет музыки. Конечно же, пишите свое мнение. Конечно же, пишите, сбылись ли ваши прогнозы, если вы писали их до того, как посмотрели видео. Так намного интереснее, я вам подскажу. Вот, и что вы еще там? Пишите много комментов. Давайте как-то немножко активизируемся, чтобы YouTube протащил меня чуть куда-то повыше. Просмотров побольше. Ну, чтобы было активность побольше и желание снимать побольше и обзоров побольше. И все про черепашек у нас почти выходит. Хотя надо расширяться, каких-то марвелов еще добавить, еще каких-то фигурок. Посмотрим, разберемся, друзья. Жду ваших мнений. Все, на сегодня это все. Классно поиграли. Спасибо за внимание. Мне понравилось. Надеюсь, вам понравилось тоже. С вами, как всегда, был Гринланд. Кавабанга, чуваки. Пока-пока.